Вот в Краснодаре стартовал 5-й тур чемпионата России по регби-7 среди женских команд. Подопечным Магомеда Гаджимагомедова предстоит встретиться с Кубанью, с Витязем и Красноярским Яром. На следующий день наша сборная встретится с ЦСКА. Полуфинальные и финальные игры тура пройдут 14 марта, пока команда республики после 4 туров находится на 5-м месте.